Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» начал свое выступление в чемпионате Беларуси. Соперник «Рыси» и солигорский «Шахтер». Первую шайбу в этом матче и в сезоне в целом забросил гомельчанин Денис Зайчик. Реализовать атаку ему удалось спустя полторы минуты после стартового свистка. Во втором периоде гомельчане не только сохранили лидерство, но и удвоили преимущество. Для этого Кириллу Межейникову понадобилось чуть больше двух минут. Однако завершающий период не принес гомельчанам успеха. «Шахтер» усилил атаку, а «Гомель» ушел в оборону. Такое положение игры позволило представителям «Солигорска» не только сравнять счет, но и выйти вперед. После финальной сирены счет на табло 4-2 в пользу солигорского «Шахтера». Гомельчанка Юлия Панасович гарантировала себе бронзу чемпионата Европы, который проходит в Испании. В четвертьфинальном поединке белоруска единогласным решением судей победила польку Наталью Рок 5-0. Напомню, ранее медаль такого же достоинства обеспечила себе и гомельчанка Виктория Кебикова. Поединок за право выхода в полуфинал она провела против словенской боксаны Кати Гаич и одержала уверенную победу. Завершится турнир 31 августа. Белорусские спортсмены продолжают борьбу за медали и олимпийские лицензии на чемпионате мира по академической гребле в Линце. Среди них есть и представители нашей области. С третьего места в четвертьфинал квалифицировались две мужские двойки. В составе первой уроженец Гомельщины Станислав Щербаченя и минчанин Денис Мигаль. Во второй гомельчанин Дмитрий Фурман и представитель Пинска Сергей Володько. Через утешительный заезд продолжат борьбу за награды женская двойка в составе гомельчанки Татьяны Климович и брещанки Кристины Староселец. Награды чемпионата мира будут разыграны в 29 классах судов, в 14 из которых станут известны обладатели олимпийских лицензий. Всего в первенстве выступают около 2000 спортсменов из 80 стран. Финиширует планетарный форум 1 сентября. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.